молодых львов спелых среди снегов белых. Это талант! Меня зовут Иван Ястребов, мне 13 лет, и я из города Волоколамск. Я приехал в Украину на проект «Голос деятеля за победой». Я официально зачислен в труппу двух театров – Камерного музыкального театра имени Бориса Покровского и Московского областного театра юного зрителя. Деньги, которые я получаю, я трачу на свое образование. Я уже 3 года живу в Москве, отдельно от родителей, с сестрой, потому что у нас с отцом недопонимание. Реакция моего папы на все, что я делаю, зависит от его настроения. Мой отец может ударить меня, там, обозвать. Жестко обращается с моей сестрой, со мной, жестко воспитывает. Я боюсь. Я хочу скорее достичь совершеннолетия, чтобы не зависеть от родителей, вообще нет кому. Кто-то нас идет. Ваш голос – это уже большой успех. Спасибо большое. Потому что он заслужит большого внимания. Давайте поближе познакомимся. Я Монатик, Дима. Как вас зовут? Меня зовут Иван Ястребов. Я приехал с города Волоколамска, Российской Федерации. Ничего себе! Мне 13 лет. 13 лет. И такой серьезный и взрослый тембр. Скажите, а почему именно в украинский голос? Во-первых, мне очень нравится Украина. Очень красивая страна. И я очень рад был тому, что я вообще смог сюда приехать, смог пройти кастинг и стоять на этой сцене. Спасибо большое. Мы благодарны, что вы проделали такой путь и все-таки на этой сцене. И так нас радуете своим вокалом. Почему именно эта песня? Почему этот романс? Были несколько хороших, отработанных. И вот это вот мне нравилось, но я никогда ее в жизни не пела так только.
На дни рождения, там, на юбилеи. Вот. Свадьбы. Что? Корпоративы? Нет, не корпоративы. Ну, просто дома для у друзей... себя с родственниками, конечно. Но это не отменяет великолепного исполнения именно этой композиции. Ох, как же я ждал такой песни на детском голосе. Что-то было в твоем выступлении, что-то было такое, одновременная смесь разных, абсолютно, казалось бы, несовместимых ингредиентов, но самое главное был вкус у твоего выступления. С первых нот я услышал, что ты очень талантливый парень. Ты проходишь дальше, у тебя два прекрасных выбора сейчас между Монатиком и Потаповым. Это замечательный выбор. Перед таким выбором вообще, я не знаю, растерялась бы сама Тина Кароль. Хорошо, что она не выбирает. Ох, у нас в команде будет весело. Эта шкодная команда собирается, и вам точно там место. Я вот прям вижу вас там. А теперь мой юный друг придется выбирать. Я очень благодарен вам, что вы повернулись, услышали. Спасибо большое. Но вот у меня была мечта просто попасть к Потапу, и я осуществила. Спасибо большое. Спасибо. Максик мой! Какой ты молодец, здравствуй, дорогой. Спасибо тебе. Молодец. Молодец. Я позволяю поднять последнюю руку. Всем. Класс, красавец какой. Я за то, что вы все осуществлялись. Поздравляю. Дорогой длинною, да, внучка? Сюда. Но с приездом тебе, дорогой мой друг. Молодец, красавец, хороший репертуар. Необычно, неожиданно. Ну как ты, что ты так смотришь? Не волнуйся. Ты победил, идешь дальше, все. Наслаждайся моментом, мы с тобой поговорим. Умница. Счастливо. Боже, так разволновался ребенок. Наконец-то прозвучала такая песня на голос Диты. То есть, да. Уважаемые дети, которые смотрят эту передачу, если вы хотите попасть в команду Потапа, сразу же готовьте такие песни. Подожди, а кто отменил любовь в народах к таким песням? Отменил кто-то? Нет? Как малой рвался? Эх, да, было, было. Было, да. Было. Вот, он так и верил в этот разухабистый мотив, которым был одновременно и грусть, и радость. И пограничное это состояние. Пограничное во всех отношениях. И к тому, что он приехал к нам из Волоколамска. Есть!